Заморозки, да, то, что ночные? Ну вот почему-то полосы пришло. Видишь, перцы подмерзли. Вон там земляника подмерзла и санберри. Что такое санберри? Ну ты и варенье ела. А, ну да-да-да, синенькие. Фиолетовые. Купатку желтенькую посадила. Вот купатка оранжевая. Это ваша роза. Ого, кстати, крупненькая, да? Там зацветет? Ну, не знаю еще, пока бутонов нет. Да пупа что они? Куда не денутся? А это вот единственная роза, которая выжила у меня. Это другая. Это кустовая? Прям, это какая-то прям крупная? Это крупная. Прям видно. Она бордовая. А те, которые отростки привезла, не выжили? Один сидит еще. А, до сих пор вредничает. Нет, я его вот в землю посадила. Это морковка зашла. Это земляника. Знаешь, подмерзла. Ну, кстати. Вот это вот белое было. А это я тоже посадила. Еще маленькая. Ну, я ее подкормлю, она пойдет. Это земляника. Это Виктория. Здесь у меня лилии новые, свежие. Тоже завязать, полоть надо все. На птицеке уже цвели практически. Так много еще. Угу. Тюльпаны вон вчера мы сфотографировали, тоже меня начинают отцветать. Меня тюльпаны не любят почему-то. Сколько я их садила, они это пропадают. На птицы любят. Если не уже все, лежит. Ну все, время пришло. Следующим дают место. Вот. Одуванчики. Яблони все белые. Сейчас ближе подойду. Вот у меня близко-близко. Близко-близко. Вот еще не делала. Вот эту травку я в прошлом году привезла с Нижнего Новгорода. Это мне не нравится. В Казахстане много такого. Ну, около реки. Только-только. А? Около реки обычно. Да? Казахстане. Не знаю, у нас на клумбах. Вон у меня. Вот от этой избавиться не могу. Она такая, это, высокая, она есть. Так кто? Такой мягкий. Никакие, бархатные. Потом вспомнил.